Чувашии продолжается работа по государственной кадастровой оценке земель. О промежуточных результатах говорили на комиссии под руководством председателя Кабинета министров Чувашской республики Ивана Моторина. Актуализация кадастровой оценки сельскохозяйственных земель – требование времени. Годами длящийся разнобой в стоимости очень важного товара приводил к значительным потерям бюджетных местных муниципалитетов. Никто не знал истинной цены земель разных категорий, поэтому и отдавали за бесценок. Работа была проделана большая. Учету подверглись многие территории. Работа выполнена. Исключили из перечня земельные участки, содержащие списки. Провели работу полноты наличия характеристик в составе оставшихся перечня земельных участков, достоверности сложившейся информации, уточнение характеристик о земельных участках, формирование протокола проверки. Подготовили и представили Минимуществу Чувашии необходимые материалы для рассмотрения и согласования на заседании правительственной комиссии факторов стоимости земельных участков из земель сельскохозяйственного значения. Серьезная оценочная деятельность проводилась в ряде районов республики – Алатырском, Батыревском, Чебоксарском, Козловском, Шумерлинском и Маргаушском. В качестве основных факторов, которые оказывают существенное влияние на стоимость, были выявлены такие, как функциональное назначение, площадь участка, расстояние до ближайших центров сбыта сельскохозяйственной продукции и удаленность от населенного пункта. Нынешняя государственная кадастровая оценка земель станет хорошей базой для начисления земельного налога, арендной платы и других платежей при совершении хозяйственных операций с земельными участками. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.